Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дина Бэш. У нас 85 уровень. Ну что же, поехали, скоро, кстати, получим нового динозавра. Так, улучшать мы ничего не будем, потому что у нас не хватает, ребята, денег. Поэтому давайте сразу же будем приступать. Оставляем, пожалуй, вот этих всех динозавров. А что у нас по снарядам? Так, мне посоветовали взять вместо... еще будут катапульты, мне так кажется. Так, ну что же, я уже слышу крик бомжих. Ага, вот они появляются, причем не одна бежит. Так, уже как минимум две. И что-то там, ребята, а, вот оно даже как. Ладно, попробуем катапульта, ребята, катапульта собственной, блин, персоны. Слушай, что же мне сделать? Надо, давай-ка вот это вот Гаврюшу мы с вами траванем для начала, да? Я не хочу, чтобы он бежал к нам. Так. Добежит, успеет? Нет, наверное, не успеет. Мы его отравим быстрее. Отличненько. Так, яблочки отдай, а бомжихи-то идут. Они бегут, ребята. Естественно, бегут. Так, еще нужно вот этого гаврика нам травануть разочек. Попытаться. Так, я понимаю, что здесь катапульта где-то бомбит. Она бомбит, ребята, катапульта. Причем довольно жестко. Куда ты разогнался? Эй, охламон. Отдуплись. Есть, отлично. Динозавриков вызываем. И нам нужно... Давай попробуем вот так вот здесь заморозить маленечко их. Получилось вроде бы. Так, слушай, катапульта, ты уже достала меня, вот серьезно говорю, в корень. Ну-ка, блин, ну вылези, вылези, я попробую у него, ребят, вот так вот. Бесполезняк какой-то, просто бесполезняк. Так, где у меня Рэмбо? Рэмбо, побежал, побежал, сноси их тут всех, к ядрене фени. Ну, и что? Что мы ждем? Что тупим? Замечательно. Так, попробуем вот заморозить здесь. Катапульту нужно уничтожать, я вам серьезно говорю. Есть, мы ее снесли к ядрене фени, наконец-то. Наконец-то у нас все это получилось. Ну смотри, у нас с факелами бегут. Ой-ой-ой-ой-ой. Подбили? А как это у нас так получилось? Ну что же, это очень хорошо, это меня радует. Слушай, бомжик-то отхиливают, ё-моё. Надо вот этого, все, мы подбили этого шамана. И дальше уже должны, в принципе... Во, заморозим. Заморозка. Ну-ка. Отлично, великолепно просто-напросто. Слушай, я думаю, победа будет здесь за нами. Мне хотелось бы в это верить на самом деле. Сам себя успокаиваю, да? Так, две бомжихи бегут. Плюс, что тут у нас? И еще одна катапульта, не слишком ли много, а, на сегодня? Нет, так, ребят, дело не пойдет, эй. Так, ну-ка попробуем. А что мы тут можем сделать? Вызвать Рэмбо. Во, вот, конечно, вот так вот. А где моя, ребята, тучка, которая тушит эти, как их, огонечки? Я же помню, что она где-то была у нас. Но ее почему-то нету. Ну, отлично, все хорошо. Все у нас получается пока. Давай вызывать еще одного динозавра. Так, катапульта все продвигается, да, все ближе и ближе к нам идет. Не понял, а где динозавр-то мои? Эй, роднулечки мои. Вы давайте так не шутите больше. Так. Вот здесь вот надо бомбить, ребята, обязательно. Заморозкой. Хопа. Подбил сразу целую кучу. Ёлки-палки, как же они сильно бомбят, ребят, своими снарядами, я серьезно вам говорю. Нужно быстрее. Так, этого сейчас попробуем так накрыть. И ты посмотри, а. Он меня нервирует. Смотри, камнями бомбит. И очень большой урон наносит своими валунами. Так, минус бомжиха. Так, минус еще один. Отлично, вроде бы у нас все получается пока. Я вызываю, ребят, еще одного динозаврика.
Ай-яй-яй, Рэмбо упал, к сожалению, у меня. Так, шаман. Я, ребят, понял, здесь появляется у нас шаман. Мы сможем его подбить камнем? Ну-ка. Нет, мимо. Зато катапульту снесли. Это классно. Две бомжихи. Так, давай вот сюда, наверное, с вами заморозку бросим. И траванем их маленечко, да? Отлично, все удачно получается. Слушай, я даже сам на это не рассчитывал, что вот так у нас все замечательно пойдет. Так, Рэмбо упал. Бомжиха должна упасть тоже. Ребят, смотрите, у нее здоровье там... Что такое? Что пошло опять не по плану? Это последний отряд, скорее всего. Вот, смотрите, ребят, вот дождик. Странно как-то. Почему они все равно здесь бегали с факелом? С горящим причем. Непонятно, может быть, дождик периодически заканчивается у нас. Я как бы за ним не прослеживал. Ну, наверное, так оно и происходит. Ну что, последняя бомжиха у нас, да? И, как мы видим, ей сейчас кирдык приснится. Да, и, скорее всего, наша победа. Фу, слушай, ну сложно было. Так, ну что, наверное, нам нужно с вами больше монет, ведь так? Ух ты, 5000, конечно, будем смотреть. Так, ну что, друзья, у нас с вами 48000 монет. Давайте посмотрим, что я могу себе улучшить за эту сумму. Хотелось бы, конечно, улучшить какой-нибудь снаряд. Так, секунду. 86-й этап. Интересно, получим мы сегодня с вами новенького динозаврика или же нет? Так, ах, даже 52000. Слушай, ребят, вот я бы, конечно, хотел бы вот этого динозавра, Тирекса, прокачать. Но нам не хватает 2000. Что у нас по снарядам? Давай-ка посмотрим. Так, тоже не хватает. Могу ледяную бомбу. И, кстати, наверное, это будет стоящее дело. Давайте, ребята, улучшать. Ну что же, все. 86-й уровень. Поехали, не будем тут долго рассусоливаться. Поехали. Так, надеюсь, динозаврика мы сегодня с вами получим все-таки. Мне очень хочется посмотреть, что это за новенький такой вид динозавра. Так, яблочки. Кто у нас там? Я вижу копеечки. И бомжиха. Естественно, сразу же вместе с бомжихой все эти папандополы выбегают. Хе-хе-хе-хе. Шаман довыеживался. Так, ну что же, отравим. Давайте теперь, наверное, вот так вот. И... Куда ты разогнался? С топориком, а? Родной мой, куда ты разогнался? Скажи-ка мне. Так, секундочку, подожди. Подбил, молодец, умница. Красота ты моя ненаглядная. Так, бомжиху... О, тихо, смотрите, кто бежит, ребята. Кто здесь у нас бежит? Ну, вау. Вот это бумкнуло, да? Вот это называется бумкнуло, по красоте. Давайте будем вот этих вот уничтожать, гаврюш. Справились. И довольно легко. Я боюсь, что впереди нас ожидает что-то очень плохое. Не может быть так все легко. Хотя, помните, да, у нас есть уровни в игре довольно простые. Они как, ну, для расслабления, можно так сказать, даются. Вот, мне кажется, это один из таких уровней почему-то. Так, слушай, довольно неплохо идет. Может быть, мы с вами еще улучшим яблоню? Да. Так, смотри, вообще не даем ни малейшего шанса бомжихам что-то тут сделать. Ой, а вот это не надо с факелом тут бежать. Ты мне не нравишься. Так, отлично. С копьями, да? С копьями. Сейчас быстро мне динозаврика моего уничтожат эти гаврюши. Нет, еще выползает рота этих бомжих. Причем их тут много. Три. Три, наверное, как минимум, да? А, ну тут простая, не усиленная. Ладно, хорошо.
Так, смотри, как мы ей дамаг нанесли неплохой. Блин, что-то моих динозавров быстро тут сносят. Давай-ка заморозим их маленечко, да? Вот так. Причем я улучшил себе бомбу-заморозку. Так что, как видите, дамаг неплохой. Так, этого минусуем. Шамана он здесь нам не нужен. Вызываем Рэмбо на подкрепление. Так, яблочко я заберу. Слушай, 70 яблок. Это... Да, 70 яблок мы можем с вами накопить, собрать. Так, слушай, с факелом они пошел ли ты куда-нибудь подальше, а? Так, замораживаем. И валун бросаем. Монетки, естественно, будем копить. Так, 4600, нормально. Призовит 1000 динозавров, но это понятно, все это будет долго у нас. Также и здесь долго, а вот это уже скоро, ребята, мы с вами собираем. И нам дадут одну заморозку. То есть нужно 250 троглодитов, да, у нас 226. Осталось совсем немножечко. Ну что же, мы переходим с вами на тот уровень, где мы должны получить вот этого динозаврика. Ну что же, рискуем. Денег маловато, улучшить ничего не можем, так что оставляем все как есть. Поехали. Уровень, я думаю, что будет довольно сложным. Так, для начала, естественно, начнем с яблок, с прокачки яблони своей. Так, каменные, да, бегут? Бегут каменные. Довольно много их здесь. Так, даже яблочки гаденыши не дают. Так, вот эти кусты мне уже не нравятся, потому что в них стопудово сидит... Этот, хотел сказать, потеряшка, который все время маскируется. Так, этого мы сейчас подобьем, да? Подобьем, естественно, ребят. Так, а вот этого надо травить. Вот это... Воу! Уже бомжиха, ребята. Где-то бомжиха там сейчас побежит. Так, я его еще разок травану. Отлично. Да хорош выеживаться. Так, подбили мы его. Что тут у нас происходит? Так, секунду, мне это не нравится все. Замечательно. А почему они не бронированные? Что-то здесь не то. Меня, наверное, хотят в смуту ввести, да? Типа, Рэй, расслабься, идут бомжихи. Ага, вот и усиленная появилась. Так, мне нужна заморозка, если честно. Я бы вот с удовольствием бы сюда вот бомбанул бы заморозочку. А можно вот так сделать, кстати, попробовать? Попадем валуном, как думаете? Валун прям в яблочко попал. Так, хорош тут хилять уже, а. Ух ты. Шикарно мы здесь разбираемся. Так, даже травануть успели. Так, ну-ка, Рэмбо, выбегай. С факелом бежит. Это плохо. Так, секунду. Что там много вас как-то. Так, этого подбили. Давай-давай с факелом вот этого жарим. Так, а я смотрю... А как это он так отдупился? У нас, да? Шамана. Я вот, кстати, не смотрел. У нас вот отравление сейчас... Так. А, он успевает, да? Нет. Хотя успевает, ребята. Успевает себя захилять. Вот что самое интересное. Так, бумкнул неплохо, я вам скажу. Вот сюда вот бросим с вами заморозку, чтобы вот этот отряд весь погиб. Но у нас не вышло. Зато шаман погиб. Да-да-да, шаман погиб. Так, давай-давай-давай, динозаврики мои, бомбите этих троглодитов-охламонов. Так, яблони могу улучшить. Че я стою, смотрю и улыбаюсь? Нечего тут пасовать. Ох ты, сколько вас здесь много. Вот сюда бы как раз ледяночку бы сейчас. Ай, как хорошо было бы. И я ее сейчас брошу. Вот, сюда именно. Ну, давай, ледянка. Отлично, яблочки мои. Заберу, никому ничего не оставлю. Ни одного яблочка абсолютно никому не оставлю. Так, слушай, с ветками. С ветками охламоны здесь. Что нам сделать? Так, последняя волна. Отлично, я, в принципе, доволен. Если это будет действительно последняя волна. И не особо мощная. Так, давай травить их всех. Так, ну, подбили.
Ох, 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 бежит отряд тут у меня, а? Армия трясогузки, ё-просоте. Шикарненько, бомжиху подбили. Сейчас этих тоже добьем. Так, отличненько. Я валунчик вот сюда, ребята. Оу, катапульта. Блин, ну не было печали, а? Сейчас будет меня здесь доставать эта катапульта. Фух, что же сделаем? Так, здесь разбираем. А не слишком ли... Блин, не слишком ли вас тут много, эй? Шмергесы, хорош! Блин, ребята, я боюсь, мы здесь, наверное, сфейлимся с вами. Яйцо уже рядышком, и... Отряд тут такой, довольно некислый идет. Абсолютно некислый. У меня есть два метеоритных дождя. Может быть... Может быть, придется нам даже использовать его. Хотя, вроде как, отбились, я смотрю. Ты посмотри, а? Два валуна, когда летит, это очень большой урон. А катапульт... Две, да? Их же... Да, их здесь две. Бросаем на опережение. Ух, как Рэмбо постарался, замечательно. Так, секунду. Стреляет, да? А это последняя волна. Все, катапульты, это последние охламоны, которые здесь остались. Так, я думаю, что мы их сейчас уничтожим. Ну, заморозка? Неужели прошли? Новый динозавр Ледышка. Вот как выглядит он. Что-то напоминает мне какого-то крокодила в панцире. Ага, ты смотри. Ух ты, круто. Ребят, мне, по-моему, стегозавр уже не понадобится. Ты посмотри. У нас есть Ледышка, которая также стреляет, как стегозавр, но при этом еще и замораживает. Так, ну что, давай монетки будем копить. Открыт новый динозавр – Ледышка. Его ледяные снаряды замораживают троглодитов и гасят Но это все позже. Так, а динозавра мне дали или мне нужно его выкупить? Я что-то не понял. Да, ребят, мне нужно его выкупить. Или это я буду его апгрейдить? Улучшить. 16 тысяч. Конечно, улучшать. Так, пропустить. Еще одно улучшение. Блин, нет, я больше не буду тратить. Тут сколько там? А, целый час придется ждать. Слушай, а сколько у него урона? Все-таки врагов. То есть преимущество все-таки у Ледышки. Ладно, я возьму, ребята, его на вот этот 88 уровень. Хочу просто протестить. И стоит он 12 яблок, а стега у нас стоил 10 яблок. То есть на 2 яблочка Ледышка дороже. Ладно, попробуем все-таки. Как говорится, чему быть, тому не миновать. Если выиграем, значит хорошо. Ну, проиграем, будем чесать репу уже и думать о дальнейшей тактике. Так, ну что, начинаем. Ну, бросай, бросай свои. Как они медленно и долго у тебя летят, парнишка. Что ж такое-то? Так, секундочку. Что-то мне не нравится это все. Так, бросай валун, только не сюда. Валун. И вызываем еще одного динозавра. Слушай, ну пока круто. Вот мне нравится, что Ледышка замораживает врагов. Это вообще великолепно, то есть она их затормаживает. Слушай, вообще замечательно. А если мы ее еще и прокачаем, ух, вот это будет вообще солидно. Так, бросаем валунчики. Еще бросим заморозочку сюда. Слушай, ну пока идем вообще на изи.
Просто-напросто. Никаких препятствий нету. Причем урон довольно неплохой. Да, ледышка меня порадовала. Так, два динозаврика у меня тут воюют. Попробуем вот этих вот гасануть здесь. Ну, валунчик, не промахнись, пожалуйста, родной. Не то совсем, конечно. Ну, ладно. Ох, елки-палки, ребята, это беда, на самом деле. Надо что сделать? Надо вот так вот бросить сюда вот валун ледяной. Отлично, накрыли мы их медным тазом. И вот сюда еще вот наш косорылый булыжник. Ну, в этот раз он, как ни странно, попал прям в точку. Прям в яблочко, так скажем. Так, подбиваем их всех. Ох ты, сколько вас здесь, а? Сколько вас здесь, ты посмотри. Валун нужен мне. Так, давай-ка вот так сделаем. Траванем и вот сюда валун бросим. Замораживающий. Е! Отлично. Так, Рэмбо, выбегай. Так, что там у нас? Еще один отряд бомжих идет. Ну, я скажу одно. Я очень-очень рад, что у нас есть... Будет такой, извините меня, слабенький. Он все время будет усиляться, укрепляться и становиться сильнее. И сложнее нам будет его победить. Так, ну, отлично. Так, что-то вот этот вот кустарник мне не нравится, ребята. Наверняка там этот, как его, ну вы поняли, который любит переодеваться в динозавриков. Получи, распишись. Да в чем проблема-то, не могу понять. Почему он не... Все. Я уже думал, не травится. Нет, травится он, все нормально. Так, валун сюда бросим. Слушай, все-таки вот эти вот, которые, да, бросают факелы, очень быстро уничтожают моих динозавров мощных. Просто моментально. Да что ж такое-то, ледышка, ты очень быстро как-то погибаешь, очень быстро. Так, срочно ледяной валун, вот сюда брошу я его. Так, попробуем уже вон тех атаковать, которые бегут спереди. Так, отлично. Очень... Черт подери, что? Что опять не так пошло все у нас, а? Сикось-накось. Есть, подбили. Минус шаман. Слушай, а где мое это облачко-то? Вот, ребята, посмотрите. Почему? Почему у них факелы горят? Они должны же тухнуть. Оно же для этого здесь и стоит. Чтобы ту. А, нет, тушит. Тушит, ребята. Извиняюсь, я не увидел. Мне показалось, что они также и бросали огненные свои эти веточки. Но нет, потом... О, тут уже и молоточки полетели. Последний, да, это архаровцы, по-моему, были. Бабах! Ух ты, мне еще и валун дали. Я не успел его взять. А если я его, ребят, не успел взять, значит, его мне не засчитают. Как всегда. Ну что, давай, монетки. Ну что, ребятули, давайте, наверное, попробуем все-таки еще один уровень пройти. Это у нас будет 89-й. Слушай, ну тут немножечко осталось нам поиграть. И скорее всего мы пройдем вскоре игру эту. Так, подожди-ка, ледяшка, сколько тебе еще нужно? А, ну там где-то час был, да, по-моему? Час для того, чтобы он получил у меня второй уровень. А потом третий. Ну это я уже за кадром сделаю, ребят. Так, ну что же, естественно с яблони начинаем. Так, бомжиха. Не одна, причем целая армия даже. Три сразу же. Ничего себе, вы начали довольно лихо, я вам скажу. Так, давай вызовем ледяшку, чтобы она их... Да ну, хорош, вы что, собираетесь меня одними бомжиками сегодня тут
удивлять. Так, а ты-то откуда взялся, а? Партизаныч. Тебя здесь ничего не хватало, бежит он мне. Черт подери, ребят, придется травить. Ё-моё, да что это отвлекла вот эта ерунда, ребят, которая появилась наверху. Все из-за нее. Так. Давай, травим. Так, еще один бежит здесь, да, Гаврюша? Ну его-то я сейчас быстренько накумарю. Валуном досталось. То попасть не могли раньше, да, то теперь только в путь попадаем. Так, бежит. Вот он, ребята, Гаврик этот бежит. Я его травану сейчас. Отравил. Но он живучий стал. Вы, наверное, тоже это заметили, да? Он стал живучий. Так, я не понял, что тут происходит. Ух ты, там, ребят, опять катапульта. Угу, собственной персоны. Собственно, ребят, персоны. Катапульта появилась. Так, давай, ледяшка. Ты у меня один тут против них. Против этих бомжих сопротивляешься. Сейчас бум с удара. Конечно же с удара. Что он может сделать, ребят? Ничегошеньки. Да сколько их тут? Я до сих пор ни одну, что ли, не подбил бомжиху? Точно, ни одну бомжиху не подбил. И тут ядри твою налево, а? Что происходит? Так, ага, минус одна бомжиха. То есть осталось всего две. Попробуем вот здесь добить. Рядом уже, понимаешь? Яйцо уже рядом. Да хорош ты уже. Я понял, ребята, враг стал сильнее. Он сильнее стал, потому что это видно. Они не погибают, как раньше. С первого там отравления. Что ты мне показываешь? Дай мне яблоко взять, а не показывай мне здесь, что нужно и что не нужно делать. Я сам как-нибудь разберусь. Так, шаман. Шаман. Так, секунду. Хорошо, отлично получается. Так, давай-ка вот так сделаем. Замечательно. Ох, ёкалмана, тут еще больше отряд. Тут еще, ребята, больше отряд, чем был до этого. Появился. Так, давай валуны. Всех динозавров, которые только у нас есть, вызывать. Шамана нету? Нету, слава богу, здесь никакого больше шамана. Так, секунду. Что же нам надо сделать? Давай так попробуем вот здесь вот. Последняя волна. Что-то меня это все не тешит, на самом деле. Яйцо там уже рядом. Блин, горелый. Напряженная, ребята, игра. Напряженная игра, потому что враг стал сильнее. Враг стал сильнее, я чувствую это просто-напросто. Вот здесь, кстати, уже, наверное, можно было бы взять и хилищий снаряд. Потому что динозавры у нас довольно крепкие. Держат, как говорится, удар. Да, мы, наверное, с вами так и поступим. Да еще катапульта это нервирует, на самом деле, которая бомбит постоянно, без передыху. Оу! Последний отряд, ага, последний отряд. Тут их еще целая куча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нас, ребят, нас продавливают. Нас с вами продавливают. Да ну! Вы что, серьезно, что ли? А ну-ка попробуем. Черт подери, вот это да, вот это жесть тут просто творится. Посмотри. Пробуем сюда бросить. И вот сюда вот валун. Динозавр, выходи. Ой-ой-ой, как их тут много-то, а? Как их много. Так, бросаем сюда заморозку. Бумс. Отлично, отлично. Просто шикарно. Так, и добиваем этих гавриков. Так, а тут у нас одна катапульта осталась. Сейчас мы ее подобьем. Это, конечно, плохо, что вот так вот они сделали.
Так. Дай яблочко мне, пожалуйста. Так. Замороженная фигня, ну. Есть. Прошли? Прошли. Ну. Это круто, ребят. И денег получили довольно неплохо. Так. Ага, монет-то я больше получить не могу, да? Жаль. А хотелось бы. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. У нас осталось с вами пройти ровно 10 уровней, и игра будет пройдена. Но я что-то думаю, что вот эти 10 последних уровней будут для нас просто адом. Как говорится, не будем забегать вперед, все с вами увидим со временем. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.